Добрый вечер, дорогие отцы, матушки, детишки. Всех поздравляю с праздником, с днем памяти 40 севастийских мучеников. Сегодня мы с вами продолжаем идти по лестнице добродетели. Ну, мы идем теоретически, мы пока изучаем, как надо идти, а затем, ну, конечно, что-то надо и применять. Как святые отцы объясняет. Надо знать Священное Писание и Писание Святых Отцов. Это для нас как карта, на которой указан маршрут. Если карты не будет, мы не сможем попасть, куда хотели. Но если все время сидеть около карты только, все изучать, изучать и не двигаться, тоже не придешь к цели. Поэтому мы с вами будем изучать, и что можно для нас доступно на сегодняшний момент, каждому человеку надо обязательно стараться применять. Если не будет получаться, то в этом исповедоваться. Уже каяться и стараться с Божьей помощью все-таки делать шаги по этой самой лестнице. Первая степень мы с вами прошли, опять теоретически, это об отречении от жития мирского, то есть выход из мира в монастырь. Ну, а в нашем случае те, кто живут в миру, это, скажем, из суеты мирской, более духовная жизнь, находясь вот при этом физически в самом миру. Вторая степень была о беспристрастии, то есть отложении, попечении и печали о мире. То есть, когда человек выходит из мира в монастырь, скажем, то надо еще мир из своего сердца тоже изгнать. А то можно, живя в монастыре, мыслить, чувствовать по-мирскому, действовать по-мирскому. Вот. И вторая степень говорила о том, что надо еще и мир изгнать из своего сердца. Теперь третья степень называется так. О странничестве, то есть уклонении от мира. Еще раз напомню выражение старца Амвросия Оптинского, который на вопрос, как же жить в миру, люди спрашивали, миряне многие обращались, потому что говорят, ну вот хорошо, вам тут в монастыре никаких соблазнов нет, а как же духовно жить в миру? Старец Амвросий отвечал, можно жить и в миру, только не на юру, то есть не на базаре. То есть не все могут физически удалиться от мира, но живя в мире, нужно все-таки изгонять из сердца попечение о мире, такие слишком мирские попечения. И вот теперь о странничестве. Также к этой степени можно привести слова Священного Писания, когда апостол говорит, мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. То есть мы все с вами, христиане, должны понимать, что наше Отечество на небесах, а здесь мы странники в этом мире. Что такое странничество по слову Иоанна Лествичника. Странничество есть невозвратное оставление всего, что в Отечестве сопротивляется нам в стремлении к благочестию. Странничество есть недерзновенный нрав, то есть недерзкий, неведомая премудрость, необъявляемое знание, утаиваемая жизнь. То есть имеется в виду, человек исполняется премудростью, но не всегда объявляет об этом, не кичится этим. Вот. Имеет знание духовное, но не выставляет на показ. Утаиваемая жизнь, то есть это сокровенный сердце человек. Невидимое намерение, необнаруживаемый помысел. Хотение уничижения. Вот удивительно, как можно так? Хотение уничижения. Мы с вами, наверное, не склонны к тому, чтобы искать специальное уничижение, даже когда это Божьим промыслом устрояется, от кого-то нам что-то приходится потерпеть, то не всегда нам удается потерпеть это со смирением и самоукорением. А здесь странничество, хотение уничижения. Вы знаете, мы уже об этом с вами говорили при... Что-то мы изучали и
говорили. И дальше в лестнице коснемся этого. Дело в том, что когда человек понимает, кто истинно его враги, то есть дьявол, страсти наши, вот, мир, то, что нас отлучает от Бога. И человек понимает, что он находится в несвободе, в плену у этого всего. И понимает по учению Евангелия, святых отцов, что освободиться от этого плена помогает подвиги и претерпевание скорбей, посылаемых Богом. И когда человек жаждет свободы от страстей, от насильства дьявола, желает чистоты, правды, приближения к Богу, тогда он с радостью принимает находящие скорби. Вот, и даже желая, чтобы они были, мы знаем, вот юродивые даже специально поведение имели такое, чтобы вот, от людей не прославляться, а наоборот получать какое-то уничижение. Это все от жажды праведности, от жажды смирения. Желание тесноты. Имеется в виду утеснение во всем. В бытовых условиях, скудость в еде, даже в питье. Вот, даже многие святые отцы, подвижники ограничивали себя в питье воды. То есть желание тесноты. Путь к божественному вожделению. Обилие любви, отречение от тщеславия, молчание глубины. Вот что такое странничество. И дальше в последующих поучениях будут раскрываться некоторые эти моменты. Вначале обыкновенно, как бы огнем божественным, сильно и продолжительно беспокоит любителей Господних помысел об удалении от своих желанием худости и тесноты, побуждающей к онному любителей такого добра. То есть, когда огонь любви к Богу возгорается, или огонь покаяния, желание очищения возгорается в сердце человека, тогда он желает внешних таких скудных обстоятельств. И вот, скажем, многие святые наши, можно сказать, родственники, предки, которые прошли через тюрьмы, исповедники, священномученики, очень многие говорили о том, что в тюрьме они обретали свободу, обретали молитву, обретали чистоту и благодарили Бога за то, что приходилось им пройти этим скорбным, для многих невыносимым путем. Мы с вами знаем, что вот есть такие поэты Серебряного века и писатели, и многие же самоубийством жизнь закончили. То есть и когда человек очень большой интеллектуал, он очень душевный человек, очень талантливый человек, но он не смог вынести эту репрессивную машину. А с другой стороны, мы знаем, что вот, верующие люди, они все больше там приобретали святость и благодарили Бога за это. Мы даже приводили с вами пример, где в своей поэзии Солодовников, поэт, высказывает такое благодарение Богу за то, что пришлось ему пройти тюрьмы и лагеря. Вот. И здесь говорится, что в начале такое возгорение любви к Богу, что желается всякого утеснения. Но сколь велик и достохвален сей подвиг, столь велико, великого и рассуждение требует. И тут внимание. Не всякое странничество, предпринимая в крайней степени, есть добро. Вообще, святые отцы говорят, что крайностей нужно избегать. И вот сам Иоанн Лесвичник, мы с вами когда житие его рассматривали, он не старался выделяться постничеством. Кушал все, что предлагали, что по монашескому уставу разрешено, но в умеренном количестве. То есть побеждал этим и чревоугодие, и тщеславие одновременно. И вообще святые говорят, да, есть разные виды подвижничества, но главное избегать крайности, потому что это может происходить от гордыни, от тщеславия и бывает нередко сопряжено с осуждением других, с превозношением. И вот если некоторые, скажем, хотят подвигов больших и прям, а сами не готовы к этому, оказывается, не ради Христа они хотят это делать, а ради тщеславия.
Вот помнится, один из новосибирских архиереев, я забыл кто, может быть, митрополит Варфоломей, и как-то к нему подошла одна бабушка и говорит, даже не наедине, даже так при некоторых людях: «Владыка, благословите мне подвиг юродства». Вот. А он говорит: «Тебе, ты же дура». Она говорит: «Это я-то дура?» Обиделась и оскорбилась. То есть она хотела пойти на большой подвиг, он тут же ее проверяет, оказалось, что тщеславие. Вот. Дальше. «Если всякий пророк бесчестие в своем отечестве, как сказал Господь, то должно остерегаться, чтобы уклонение от мира не было нам поводом тщеславия. Ибо странничество есть отлучение от всего с тем намерением, чтобы сделать мысль свою неразлучную с Богом. Странник есть любитель и делатель непрестанного плача. Странник есть тот, кто избегает всякой привязанности как к родным, так и к чужим». Вот. Казалось бы, наверное, однозначно, да, как мы думаем, ну, человек уходит из мира, ну, ради Христа. Но Иоанн Лесич, как очень мудрый, как вот, духовный человек, видящий многие души, он говорит, даже и это хорошее дело, выход из мира, может быть сопряжен с тщеславием. Человек даже хвалится, что он уходит в монастырь. Были такие случаи. Я когда узнал, что один из моих знакомых всем растрезвонил, что он уходит на Валаам. Прям все знали. И в епархии, вот он, я ухожу, я там квартиру дарю тому, машину монастырю отдаю. Я говорю, не надо так. Если хочешь идти, то скромно, смиренно, чтобы никто ничего не знал. Вот. Ну и что вы думаете? Пошел он в монастырь и пытался там подвязаться, ничего не получилось, там его опять же не приняли, все, вернулся в мир. Ну, я ему сразу говорю, машину забери, кто-то там неразумно поступил. Я знал, что он сейчас в миру будет жить, будет скорбеть, вот я машину дал, поэтому я сразу ему вернул, говорю, забери, квартиру пришлось ему опять все восстановить, свои права. Вот. А я ему говорил, предупреждал, говорю, не надо об этом трезвонить, потому что уже этим он хвалился, уже самое начало подвига было неправильно. Вот. Ну и здесь вот суть странничества указана. Странничество есть отлучение от всего с тем намерением, чтобы сделать мысль свою неразлучно с Богом. Вот цель странничества. Ну, когда мы сейчас говорим о странничестве, надо вот, знаете, тут три аспекта таких есть. Три аспекта – это под этим, разумеется, именно монашество. С другой стороны, можно разуметь, вы знаете, вот, были распространены странники и в России, в 19 веке особенно. И это можно разуметь. Вот книга всем известная, вот «Откровенные рассказы странника своему духовнику». Там как раз такой мирянин, который в монастырь не ушел, но на подвиг странничества пошел. И третий аспект, это для нас, для всех подъемлемо. В какой-то мере мы тоже должны быть странниками, ощущать себя странниками здесь на земле, чтобы не привязываться ни к чему временному, чтобы наше сердце было привязано к Богу. Поэтому и многие вещи на себя надо проецировать, многие мысли здесь. Странник есть любитель и делатель непрестанного плача. Вот. Непрестанный плач, его отцы называют еще радостотворный плач. Действительно, когда человек плачет о своих грехах, сколько много он прегрешил пред Богом, и не только в грехах, а вот Серафим Саровский, допустим, 3 года стоял на камне. «Божьей милости будем не грешным», восклицал. Ну, какие там пустые могут быть грехи? Вот. На самом деле, преподобный ощущал в себе самом вот это падение всего человечества. И у него жажда была Бога общения, и он понимал, что еще ну, не наступил этот час. Потом уже он мог сказать: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Вот. И каждому говорить: «Христос воскресе, радость моя». Вот. А на первых порах вот он плакал, можно сказать, о своих грехах, но, можно сказать, и о своем состоянии, еще когда не было в состоянии Бога общения. Странник есть тот, кто избегает всякой привязанности как к родным, так и к чужим.
Но еще раз скажу, конечно, у нас есть заповедь заботиться о своих родителях, о своих близких. Кто о ближних не печется, отверстие веры хуже неверного, говорит апостол. Но вот такой привязанности по-земному не должно быть. Мы всех любить должны во Христе, чтобы все наши близкие и дальние спаслись, были в раю. Все для этого делать. Поспешая к жизни уединенной или странничеству, не дожидайся миролюбивых душ, ибо тать приходит нечаянно. Многие, покусившие спасать вместе с собой нерадивых и ленивых, и сами вместе с ними погибли, когда огни ревности их со временем угас. Ощутивший пламень, беги, ибо не знаешь, когда он угасит и оставит тебя во тьме. Тут проводится такая мысль, что вот это желание служить Богу, выйти из мира, из мирских попечений, это дар Божий. И когда он появился в человеке, не надо дожидаться, ну, скажем, у нас есть друзья в миру, мы их уговариваем, пошли тоже в монастырь, скажем, они говорят, ну вот сейчас я дела закончу, кредиты рассчитаю, детей подниму. И Лесичин говорит, не надо из-за него оставаться в миру, дожидаясь, чтобы мы вместе пойдем. Нет, надо бежать сразу, потому что Господь может отобрать этот дар, свой призыв, и этот человек охладеет. Все ли должны мы печься о других, не знаю. О самих же себе всячески должны мы заботиться. Имеется в виду, что, с одной стороны, у нас есть заповедь попечения других, но здесь имеется в виду других приводить к подвижничеству или в монастырь. На нас нет такой именно заповеди. Но сами идти этим путем мы должны. А потом, если нужно, Господь через нас и других приведет. Потому что можно увлечься спасением других и самому потерять и время, и эту ревность, как дар Божий. Хорошо без пристрастия, а матерь его есть уклонение от мира. Устранившийся всего ради Господа не должен уже иметь никакой связи с миром. Вот беспристрастие – это первая степень святости. Потом, я надеюсь, мы как-нибудь поговорим о пути святых, как, на какой стадии человек святой себя чувствует, как вот они описывают. Беспристрастие – это как бы здоровье. Страсть – это страсть, болезнь. Вот. А когда беспристрастие – безболезненность, то есть здоровье духовное человека. Это первая степень святости, это еще даже начало самой святости всего лишь. Но основание для этого – это уклонение от мира. Устранившись мира, не прикасайся к нему более, ибо страсти удобно опять возвращаются. То есть, или касательно монашествующих, или касательно странников, или касательно нас, если мы оставили какие-то свои злые дела, то желательно отстраняться от всяких причин, приводящих к нему. Допустим, у человека была страсть, там, алкоголь, и когда решил человек бороться, и какой-то уже первые шаги есть, первые успехи есть, то надо беречься, чтобы не прикасаться к нему совсем. А то человек понадеется, что он уже нет страсти. Немножко выпьет, и опять может срыв произойти. Старец Амвросий даже говорил, чтобы у людей, у которых есть такая страсть, чтобы дома спиртного вообще не держали. Ева невольно изгоняется из рая, монах же добровольно выходит из своего отечества. Ибо та снова пожелала бы вкусить от древа прислушания, а сей непременно подвергся бы беде от сродников по плоти. Видите, еще раз скажу, мы обязаны заботиться о сродниках по плоти, но удаление в том числе и есть проявление к ним. Потому что мы удаляемся от греха, мы приближаемся к Богу, мы молиться можем за своих сродников, и они, вот, уже Господь их тоже милует за то, что мы уклоняемся от мира. И вот это для них самая большая польза, это духовное милостыня. А иначе, знаете, как старец Паисий говорит, рядом с мамой невозможно подвязаться. Он как-то рассказывал, придешь домой,
мама говорит: ой, сынок, сядь вот здесь, тут помягче в кресло, давай тебе подушечку сюда, под спину подушечку там, чтобы тебе удобнее было, везде подушечки, везде кушанье разные. С мамой рядом, говорит, невозможно подвязаться. То есть по любви такой мирской, земной, нам с родненькой даже могут мешать подвязаться. Тех мест, которые подают тебе случай к падению, убегай как бича, ибо когда мы не видим запрещенного плода, то не так сильно его и желаем. Ну, мы помним, что Ева совершила падение, когда проходила около этого дерева, и вот заинтересовалась, увидела, и дьявол подсказал, чтобы она нарушила заповедь. Так здесь говорится, что надо избегать мест, которые содержат какой-то соблазн для нас. А то некоторые так тоже самонадеянно скажут: да ничего, я так уже к этому беспристрастен, и может опять произойти падение. Вот. Да не скроется от тебя и следующая хитрость и лесть невидимых врагов. Они советуют нам не отлучаться от мирских, внушая, что мы получим великую награду, если, видя женский пол, будем себя удерживать. Но не должно им в этом покоряться, а делать противное их внушению. То есть вот такая хитрая мысль, может быть, от дьявола, что да находись среди мира, среди соблазнов, воздерживайся, это же больше награды, чем в пустыне где-то или там в монастыре. Вот. А лесвичник говорит: нет, надо уходить от соблазнов и даже физически отстранять себя от соблазнов. Предупреждаю, что такая мысль от дьявола может быть. Дальше, в 11-м поучении, оно такое пространное, говорится о том, что вот человек удалился из мира, допустим, в монастыре, ну и какие-то первые успехи духовные по молитве отцов, наставников, братьев всех, есть у него, появляются первые плоды, вот получил некоторое благоговение, умиление, воздержание. И вот тогда суетные помыслы, приступившие, понуждают нас опять идти в Отечество для назидания, говорят, и примера, и пользы многих, видевших некогда наши беззаконные дела. А если мы еще богаты даром слова и имеем сколько-нибудь духовного разума, тогда уже как спасителям душ и учителям советуют они нам возвратиться в мир с тем, чтобы мы благополучно собранное пристанище бесно расточили в пучине. То есть, да, несколько лет прошло, а первые года, ну, первое время даже, может, месяца, у человека очень такое духовное состояние в миру. Господь покрывает своей благодатью. Мы там раньше изучали это, что в первое время Господь дает свою помощь человеку легко. И вот он только стал настраиваться на духовный лад, и ему помыслы говорят: все, ты светоч, значит, тебе ты светильник, надо тебя на подсвечник поставить, чтобы ты всем светился, возвращайся в Отечество, к папе, маме, всех одноклассников обращай к вере. Значит, ты очень много спасешь душ, иди в мир, а это уже лукавые помыслы. Нельзя их слушать, потому что можно погибнуть, возвратившись в мир, и быть не светочем, а потом соблазном для всех. Тем более, что мирские люди чаще всего таких потом специально еще и искушают по научению дьявола. «Беги из Египта невозвратно, ибо сердца, обратившиеся к нему, не увидели Иерусалима, то есть земли бесстрастия». Ну, мы с вами знаем из Священного Писания, что когда Моисей вывел народ израильский, то они идут по пустыне, говорят: да, жалко, вот это, в Египте там мясо мы кушали, столько всего вкусного было, жили спокойно, чего мы вышли в эту пустыню, зачем нам идти в Израиль? То есть они хотели вернуться в рабство. И поэтому, собственно, 38 лет и было их хождение по пустыне. Господь не попускал, чтобы те, у которого рабское состояние, вошли в землю обетованную. И они практически все вымерли, кто вышел из Египта, только их уже дети вошли в землю обетованную. К
Хотя тем, которые вначале ради младенчественности духовной оставили своих и успели совершенно очиститься, и можно с пользой возвратиться к ним, в том намерении, чтобы как сами спаслись, так спасти и некоторых из ближних. То есть иногда можно прийти к своим и сказать им слова. Идите, видите, казалось бы, противоречие с самым началом. Да? Нельзя идти в мир, чтобы их спасать. А здесь говорится, иногда можно вот, прийти. Но, знаете, тут нет противоречия. Почему? Потому что надо свой помысел открыть духовнику и наместнику. И сказать, допустим, батюшка, вот у меня мысль, у меня же там родители, они все-таки еще не пришли к вере. Благословите там на недельку домой, на месяц съездить. Мне хочется и с бабушкой поговорить, кто близка к смерти, чтобы ее обратить. И тогда как благословят уже. Бывали случаи, много раз я видел, слышал, что благословляются ему, ну, как правило, с кем-нибудь еще вдвоем, с опытным иеромонахом, вот они поедут и там к покаянию приводят кого-то. Уже это воспринимается как послушание, как под покровом молитвы отцов человек идет со смирением, надеясь опять же на молитву своих наставников и может какую-то пользу принести. А так самонадеянно и сказать, что я учитель, я сейчас всех обращу, это нельзя. И вот говорится, что Моисей, боговидец, и самим Богом послан на спасение единоплеменного рода, претерпел многие беды в Египте, то есть помрачение в мире. То есть, если человек идет все-таки по благословению к своим, чтобы обратить каких-то людей, то он должен понимать, что скорбей будет очень много, потому что там мышление мирское, а ты их к духовному призываешь. Лучше оскорбить родителей, нежели Господа, потому что сей и создал, и спас нас, а те часто погубляли своих возлюбленных и подвергали их вечной муке. Тут опять может быть вопрос, ну как же так? У нас же есть заповедь, почитай отца и матерь, а тут говорится, лучше их оскорбить. Оскорбить имеется в виду, конечно же, не как-то нахально себя вести по отношению к ним, а некую скорбь принести им своим удалением. Ну, я помню, когда я удалялся от мира, то с папой поговорил, и он говорит, я тебя не понимаю, зачем ты все бросаешь, уходишь куда-то там, в деревню, в сибирскую, в монастырь. Ну, говорит, ты взрослый человек, сам решай, я не буду препятствовать. И потом я у него спрашивал, там лет через 10, он говорит, ты знаешь, как мне было тяжело. Я говорит, в полном недоумении был, что такое творится. Ну, тем более тогда еще было известно о секте Виссариона в Сибири. Он там, и папа тоже переживал, что я куда-то попаду. Ну и потом, когда через полгода приехал в гости, уже увидел, как наши поживают, там, как наше начальство работает, и больше нас, что братья все такие здравые, в общем-то. Нормально, он успокоился. А так очень тяжело бывает родителям расставаться с детьми, ну, какие-то надежды возлагают на детей в мирском понимании. И вот лучше им некую скорбь такую принести, вот, нежели Господу. Опять же, это наша скорбь для них, вернее, нами принесенная, она ради них и совершается. И человеку тяжело, который к духовности стремится, понимает, что он несколько скорбь принес своим родителям, своим удалением от мира. Но все же ради любви к ним, такой любви вечной, с точки зрения вечности, то есть любви во Христе к своим родителям, он несколько вынужден принести им огорчение. Ну, я рассказывал в прошлый раз, что у святого Игнатия Брянчанина мама не соглашалась, чтобы он ходил в монастырь. У святого преподобного Феодосия Печерского мама не позволяла. И, конечно, они, в свою очередь, принесли скорби своим мамам, что ушли все-таки в монастырь. Но к концу жизни, на смертном одре, их мамы уже так благодарили Бога, что их дети стали монахами. Вот. То есть, надо им, да, и послушаться Бога больше, чем родителей. И также еще много в житиях святых встречается, что вот мученика вели на казнь,
а его родители неверующие, они так упрашивают, говорят, да отрекись от Христа, ну посмотри, вот и дети твои здесь, ты погубишь себя, отрекись. То есть родители по земной любви своим чадам нередко могли даже их погубить. Вот, дальше. Странник, тот, кто везде с разумом пребывает, иноязычный среди иноязычного народа. Мы удаляемся от близких наших или от мест не по ненависти к ним, да не будет сего, но избегая вреда, который можем от них получить. В житии преподобного Серафима Саровского говорится, что некоторые братья обижались на него, что он уходит из обители, ну, он по благословению выходил в пустыньку свою на отшельничество. И они обижались, говорят, ну что ты, гнушаешься нами? Он говорит, братья, я вот не вами гнушаюсь, ну просто там более удиненная жизнь, а я хочу избежать греха, который здесь может случиться. То есть он считал за грех это вот, ну, личное собеседование, празднословие, какое-то отвлечение ума от Бога. И говорит, что я по любви к вам расстаюсь с вами. Ну и потом действительно он же, когда стяжал такое благодать, стяжал, то он очень многим этим же братьям и помог потом духовно. То есть отдалился на время, стяжал благодать, вернулся и помог. Также, знаете, когда человек, вот многие помнят себя, где-то студент учится в другом городе, ну, конечно, маме все время расставаться с сыночком там, или с дочкой, провожают, все время скорбят, но все понимают, что это нужно, что потом он получит образование, он поможет даже и своим родителям. Так же и здесь тоже. Иногда нужно, чтобы какая-то скорбь была, но потом превратиться в радость. Как во всех благих делах, так и всем учителем нашим есть сам Христос, ибо видим, что Он и многократно оставлял родителей по плоти. И когда некоторые сказали, мать твоя, братья твои ищут тебе, благий наш Господь и Учитель, тотчас показал бесстрастную ненависть к ним, сказавши, мать моя и братья мои, суть творящей воли Отца моего, иже есть на небесех. Вот мы поняли в Евангелии, в двух Евангелиях описывается этот эпизод, когда ко Христу пришли и сказали, ты тут с народом беседуешь, а там вот за тобой соскучились, мама пришла, братья пришли. Вот. А он, значит, говорит, вот мои братья и вот моя мать, те, кто меня слушает. Тем самым Господь показал, что да, есть мирские, земные связи родственные, но духовные связи, они выше этого. Далее. Да будет отцом твоим. Ну, то есть, получается, здесь дальше такое, как утешение, 14 пункт, потому что вот человек, он выходит из мира, а у него там папа, мама остались, братья, сестры. Вот. У некоторых дети остаются, но разрешено, если они совершеннолетние, если 18 лет есть, тогда только можно в монастырь уходить. Также некоторые бывают такие и расставание с супругой, но только если она тоже в монастырь идет. Вот. И был мирской человек, даже женатый, потом всех детишек воспитал, поднял, супругу тоже так воспитал, настроил на духовный лад и разошлись по монастырям. Вот недавно мы совершали такой постриг, один священник очень хороший, с матушкой своей по благословению духовного отца. Вот. В один тот же день прям постриглись. Мы постригали матушку. Вот. И сейчас он иеромонах, она монахиня. Так вот, в утешение, что мы со всеми расстались, дальше так говорит Иоанн Лесвищик. Да будет отцом твоим тот, кто может и хочет потрудиться с тобой для свержения бремени твоих грехов. То есть духовный отец. Вместо родного отца есть духовный отец уже.
а матерью умиление, то есть к которому прибегать нужно, которая может омыть тебя от скверны. Ну и еще сейчас можем уже сказать, что где-то есть предание такое, как-то вот такое среди братьев, монахов, что Матерь Божия усыновляет всех иноков или инокинь, монахов. И поэтому, ну, в каждом монастыре, конечно, есть особо чтимые иконы Божьей Матери. И когда бывает тяжело братьям, подойдут, вот, ну, своими словами там помолиться, Матерь Божия, вот я всех оставил, маму свою оставил, покрой меня, помоги мне, и всегда получает утешение. Братам, сотрудник и соревнитель, стремление к горнему, ну, то есть это все братья в монастырском. Сожительницу неразлучную стяжи, память смертную. Любезными чадами твоими да будут сердечные воздыхания, рабом да будет тебе тело твое, а друзей приобретай в небесных силах, которые во время исхода души могут быть полезными для тебя, если будут твоими друзьями. Все есть род ищущих Господа. Вот такое утешение, то есть взамен. Ну и помните, как Господь сказал, что тот, кто ради Господа, ради Царства Небесного оставил отца и матери, и жену, и чад, получит взамен 100 раз больше отцов и матерей. Правда, там уже про жену не говорится. И чад получит. Вот. И век грядущий обрящет жизнь вечную. Вот. Ну, мы с вами до 14 дошли. Еще осталось 14. На следующий раз оставим. Вот. Ну, резюме такое, что надо стремиться к такому состоянию странничества. Вот, скажем, святой праведный Иоанн Кронштадтский, мирской житель, то есть он не стал монахом, имел сестру, жену, имел в собственности много чего, пароход свой был, карета была, одежды богатые, через его руки проходили многие средства, миллионы, по тем деньгам даже это очень большие деньги. Вот он сам благотворительностью занимался. Но вот он был как странник, он ни к чему не привязывался. В один момент, лиши его всего этого, он нисколько не опечалится. Так же и святители, так же и князья наши вот, имели такое желание быть с Богом, разрешиться и быть со Христом. Но просто несли свои подвиги, свою жизнь, как послушание от Бога, чтобы о других еще заботиться и себя очистить в этой жизни. Вот. Так что и людям, которые в миру живут, такое все-таки качество надо приобретать, как странничество. То есть, чтобы не было привязанности к земным вещам, чтобы мы взыскали грядущего града, града небесного. Вот. Я упоминал уже, есть книга такая, «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». И некоторые предполагают, что ее, может быть, написал или, по крайней мере, редактировал старец Амвросий Оптинский, потому что у него рукописи эти находили. Ну, то есть к ней можно относиться вполне с доверием. Хотя некоторые современные богословы и критиковали эту книгу, но, в общем-то, те, кто молитвой занимается, духовные отцы, ее советовали. Может быть, мы тоже ее разберем, она интересная. И там вот человек-странник, в книге описывается, какие бывали беды. То есть у него нет своего дома, он странствует, кто приютит, кто, наоборот, обидит. Где-то удается только на улице переночевать, где-то сухари будут закончиться, тоже голод иногда. То есть человек полностью живет, как птица небесная, на волю Божию отдался. Но он ради Христа это делал, ради стяжания молитвы Иисусовой внутренней. А в то же время в 18 веке, в 19 веке чаще, в 19 веке было много таких ложных странников, которые праздно шатающиеся такие были, которые видели, что есть боголюбцы среди мещан, купцов и даже дворян, вот, этих баринов, помещиков, которые принимают странников. И вот такие ложные странники ходили, как приживалки, то там поживут, там немножко чудят, еще наподобие, как будто бы духовные такие люди. Вот.
это уже неправильное странничество. Ну, и были и духовные, вы знаете, были такие, которые посещали монастыри, шли пешком из разных русских губерний в Киев на поклонение святым, вот, собирались вместе, такие странники. Но еще раз скажу, что мы в своей жизни тоже должны из этого поучения для себя что-то брать. Что возможно этот момент, надо обязательно приобретать. Благодарю вас всех за внимание, дорогие отцы, братья, матушки, сестры. Вот. Ну и